Всем привет, друзья, с вами Джесс, и сегодня мы будем играть... Блядь, чё я сделал-то, господи, короче, это ж делает автохаус просто, и такие без двери, конечно, это всё сюда. Опа, без серии таких штук. Это моя, ну такое. И вот они, все через какой нос. Ладно, а если вот... Цепи, я... Ну да. Цепи все, да? Я еще вообще не заморачиваюсь дом вот. Вот где? Ну, я не знаю. Скорее всего, она как-то получается. Смотри, как встала, да? А это в любом случае. Не могу. Очень аккуратно. Что нам надо? О, смотри. Будем делать так. Вот больше нет. Делаем вот так. И ладненько. А, здесь нам прокопать. И берем сразу несколько. Да, зайти нам надо. Ленивые. В принципе, у нас есть две. Там и делаем. Так что нам будет... А, в цветы я не могу поднять. Блин, жак. Раз, и да. Так, о, кинуть. Тип. О, если бы мы играли так. А, там. Ладно, мне это надоело. Потом. А что случилось? За сходу все веселее, веселее. Ладно. Так, можем просто его. Ну, придется сделать тогда еще. И... Окей. На нем вот это свое оружие. О, снова слушай, вот это супер. Хорошо. Еще меч. Еще? Насколько он... О, глаза. И еще выбивает. Видите, какая красотки. Ну такое. Ческая. Ну а чтобы мне его бить, какая все-таки земля его получить нужно. Ну реально. Мне нужно довольно-таки вау. Да нет. Очень на самом деле. Такое наносит по пятерке. А вблизи, конечно, да. Умная красота. Она будет по 200, смотри, светать. А, главное, потому что, брат, у меня же броня. Давайте призовем его. Верим, наша новая. Вот это вот еще косой попробую. Вот он там мягкий. Мне нравится. Ну, в принципе, на... Но это мне еще. Нормально, боссы все довольны. Все рады. Это даст. И бесполезная. Меч тоже, в принципе, был раньше. Банданца. Залез. С этого ничего интересного у нас нет, поэтому все это выкидываем. А, другое дело, я хочу сейчас с модами, но чтобы этого, как их знаешь, на можем и сюда их призвать, но лучше пойдем. Ну реально очень клон. Меня хотелось бы убить пчелу, конечно, но вот блин, уже, такая большая. Что бьем его? А нам нужно вот сюда. Сферки. Вот наша цель. Умереть скоро. Конечно, мы смогли это их разбивать. Самое интересное. Ай, все уже было. Ну все, погнали. Пачки. Здесь тоже с динамитиком бомбить не стрял. Давай, 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 давай. Она хоть... Опа, заделся. За негодник-то такой, ах ты. Писай. Все-таки супер. Майк. Меньше хлопот. Давай, давай. По карте см... Все по красоте сделал. Ух, началось. И... Ладно, давай его чем-нибудь... Бывает его. Суки. Ну, это слабенько. Где он? Вот он. Жизнь его забрать немножко. Ой. О. Ну, интересно. В принципе, неплохо. Смотри, как она меня задевает сразу. И давай попробуем последнюю. Вот эту вот еще. Хороший дамаг наносит. Танчик. Какая классная. Она еще пролетает к своей... Ой, ой, как он... Ладно, куда мы можем забуриться еще? Давай. Ну, давай посмотрим. Что нам сегодня доступно? Ой же ты, ну что ж такое выпало? Это вообще... Все остальные сферы, наверное. Смотрим, что получится. Да, там как можно руды. Нет, это такого... Правильно, говорю все. Грибут остальные, где у нас там шанс. Да, сразу. Нет, так нельзя. И, может быть, вот сюда вот забудем. А здесь точно ничего не ждет, а вот на берегу... Ну ничего, мы сейчас его тоже... А вот на берегу у нас будет морячок, так что косу, 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 косу. Хотя у нас тут никого нету. Да просто косу. Все. Где ты должен быть? Здесь. Ну почему-то им странно. Очень странно. Еще один. Нет, у меня кирка, к сожалению. Буду сюда идти. Ну, здесь, конечно, не догнать. И что мы... Косу. Касающих. Ничего интересного. Косу, 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 косу. Реки. Это киркой ничего разбить не могу. Косу, там. Прям, знаешь... Ужасающе. Король орел, король орел, король орел, король орел. Воздух заканчивается, и жизни моей тоже, поэтому я быстренько сюда. Король орел, король орел. Дика.
Ребят, напишите в комментариях, как у нас с кланом по итогу. Боже, это вот в эту вот впадину Марианскую, потому что здесь очень много интересного. Но я хочу все-таки зайти. Что же еще можно повзрывать?